честное кино о реальной жизни. Смоленск – классный город, все замечательно, и добрые люди, и вообще очень интересно здесь. Очень яркая, очень спорная, очень полемическая дискуссия, поскольку заявлены фильмы, которые не оставляют равнодушными. Есть фильмы про жизнь и смерть, про развал большой советской страны. Международный фестиваль документального кино «Евразия Док» объявляется открытым! Деньги – это хорошо, это круто, когда ты можешь что-то обеспечить, но они тебе не дадут тепла родителей. Когда ты видишь со стороны, ты по полочкам раскладываешь ту действительность, которая тебя окружает, и тебе на самом деле становится интересен тот мир, в котором ты живешь. Тебе становится где-то страшно, где-то тревожно, а где-то радостно. Но этот срез без фестивальных фильмов, без просмотра документальных фильмов, он не замечается. Такой фестиваль – это, в первую очередь, возможность понимания правды. Вот сегодня было четко сказано, что документальное кино – это правда, которая режет ложь. Да? Сейчас мы видим, что в эпоху информационной войны как раз правда, правдивое кино дает возможность четко отразить ту реальность, которая существует. Сегодня документалистикой занимается каждый второй ютубер в той или иной степени, осознает он себя таковым или нет. Я хотел бы, чтобы у этих людей, у новых документалистов, было больше доверия к фестивалю, чтобы они активнее вовлекались.
Я очень надеюсь, что та работа, которую мы ее ведем не бесполезно, что фильмы доходят до молодежи. Это самое основное, самое основное. Для меня это прям было очень близко, и правда, такая честь оказаться здесь и посмотреть данный фильм. Какое-то трепещущее чувство внутри. Я благодарна автору за эту картину, и спасибо ему большое за то, что он раскрыл мастеров старой школы, потому что я не была с ними знакома до этого. Я участвую первый раз, вот. Но мне кажется, что я почерпну очень много нового интересного, в том числе в профессиональном плане, и думаю, что в дальнейшем я буду развиваться. И поскольку я сейчас участвую в молодежном формате, мне уже сейчас приходят мысли снимать полнометражный документальный фильм. Думаю, в дальнейшем я с этим справлюсь. Классный опыт. Я в первый раз участвую в фестивальной такой жизни. Очень рад, что наш фильм нашел столько много приятных отзывов от зрителей, от жюри. Я как раз-таки жила в такой местности, мне это было очень близко. Я как будто вернулась домой вот на какое-то мгновение. Мне очень понравилось. Такая щепетильная тема для России, на самом деле, что такие деревни постепенно исчезают, вымирают. Надо в каждый момент относиться к своему труду очень ответственно и сделать все возможное для того, чтобы состоялся фильм и чтобы он не был похож на другие. Фильм меня заинтересовал. Я не так хорошо знакома с историей Сербии, если не сказать, что совсем не знакома. Но после просмотра фильма мне захотелось в этом разобраться, прочитать, посмотреть. Заставляю действительно задуматься, немножко пересмотреть все то, что сейчас происходит. Я думаю, что сам факт того, что происходило с Милошевичем, идет в назидание всем странам, всем народам, которые сталкиваются с похожими проблемами. Очень много интересных авторов, людей, начиная с членов жюри, зрители замечательные. В целом, это всегда праздник, праздник фильма. Я решил сюда переехать, потому что почувствовал, я могу начать здесь новую жизнь. Да, я иммигрант в этой стране, но я русский, и это мой дом. Если кто-то скажет о нем плохо, пусть сначала посмотрит на себя. И прямо сейчас у нас на связи должен быть твой отец.
Во-первых, русский – это состояние души, а во-вторых, деньги не решают все. Я бы хотел, чтобы, опять же, больше обращали внимание на такие фильмы, которые были показаны, потому что, может быть, с коммерческой точки зрения они не набирают много просмотров, зато фильмы, на самом деле, я пару раз чуть не прослезился, они бы очень сильно помогли нынешней молодежи формировать моральные и нравственные нормы правильные. Вот очень долго сомневался в этой затее, идее, потому что показать всю ту правду в фильме очень трудно, потому что либо тебя могут в одной части полюбить, или же поднять на вилы и возненавидеть навсегда. Здравствуйте, здравствуйте. Алексей Владимирович, Алексей. Что-то там прочитали, посмотрели, потом связь вообще пропала, и как бы мы приехали сразу, ворвались туда, в эту работу. Вот в такие моменты понимаешь, что ты находишься на своем месте и делаешь свою нужную работу. Он открыл для нас свои мечты, все свои мысли, все свои переживания. Мы, можно сказать, прочувствовали всю его жизнь на себе. Это очень интересная интеллектуальная среда, в которой есть очень много мыслей. Вот сегодня мы тоже участвовали в круглых столах. Возможность получать какие-то новые идеи, представлять свои работы. Мы желаем долгих лет фестивалю и процветания. Хотели сделать фильм о молодых людях хороших, мы его сделали. Вот этот мальчик белорус, он очень, вот я не знаю, как вы, мне даже хотел, а как его зовут, вот в титрах прочитать. Все торговали. Рядом со мной стояли врачи, был один летчик-испытатель, помню. Рядышком батюшка антиохийской церкви. Весь цвет как бы интеллигенции оказался вот в этих местах, потому что нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Потерянное поколение нельзя сказать, но травмированное сильно.
участвуем в фестивале первый раз и гарантированно заявляю, что будем участвовать еще. И шаг за шагом, надеюсь, подойдем к уровню работ профессионалов, которые находятся здесь сегодня. Фестивале документального кино страны СНГ и Евразия ДОК 2022.